Приходит цыганка к гинекологу и говорит: «Доктор, сделайте мне аборт! Ну, уже 11 детей, но 12-го-то я не потяну!» Доктор: «Да ладно вам! Где 11-й, там и 12-й! Доктор, да чувствую, ух, ворюгой он будет! Ну, хватит вам! Откуда у вас такие предпосылки? Да понимаете, сегодня в ванну пошла подмываться, так он у меня мыло стырил!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.